Две прекрасные дивы, нимфы из нового состава группы «Винтаж», и обе Насти. Обе Насти, привет! Привет. О, здорово разговаривает. В общем, тяжеловато, да, видимо, в женском коллективе. Пунктуальность такие, все собираются потихонечку, одна красится, другая, да? Да, одна другую ждет всегда. Да, да, знаете, Леша давно предлагал переехать к нему, чтобы никто не опоздал. О, какой Леша молодец! Ой, как подсуетился. Леша молодец. Я шучу. Тема у нас сегодня такая была, очереди, да, ради чего вы готовы простоять долго в очередях? За еду. То есть мы сейчас вопрос гонораров подняли, да, хорошо. Нет, ну если бы, например, очередь была на кастинг группы «Винтаж», я бы ее отстояла, конечho. А была ли там очередь? Нет, нет. Вы без очереди не было, да. Это все в соцсетях решалось как-то. Организовано. А я думал, это я от Виктора Михайловича, должны были вас предупредить. Только что прозвучала песня «Кто хочет стать королевой». Давайте рассказывайте. То есть это первый трек, записанный в новом составе. Да. А кто написал эту песню? Как вы с ней познакомились? Как она пришлась вам по душе с первых ли аккордов? Ну, ее написал, собственно, сам Алексей Романов. Естественно. Да. Песня нас уже ждала. То есть, когда мы прошли кастинг, она уже была готова, уже была написана. Вот. И как только мы вот состоялись, нам ее показали. И как-то сразу мы ее очень полюбили, потому что она действительно такая жизненная, и она про нас. То есть вот про девчонок, про обычных девчонок, которые мечтают стать звездой. И вот как-то так. И все сложилось. А у тебя, Настя, какие ощущения были? Ну, я сразу свою строчку услышала. Это первая такая вот «Закрой глаза, и ты». «Пусть тебе приснится сон». Такая она красивая, такая души вся. Вот я ее так же вот пою и очень прям вот рада, что именно вот так написали красиво. Я чувствую ее, конечно, прочитала очень хорошо. Да. Девчонки, а строчки-то ведь действительно про вас, потому что, насколько я знаю, когда закруглялся, я слова подбираю с трудом, кастинг на новый состав группы «Винтаж», Анна Плетнева вышла и молча наградила коронами тех, кто вошел в этот золотой состав. Когда вы стояли, вы понимали, что вы... То есть вы понимали так кто интуитивно, победит? Да, кто победит? Или все-таки для вас это было неожиданностью? Для нас это было вообще просто полной неожиданностью. Мало того, мы вообще не знали, сколько будет нас. Может быть, одна, ну, может быть, будет мальчики, девочка. А может быть, 20 вообще человек, да, вот такой «Винтаж». Четверо. И так получилось, что мы стояли все прям рядышком, друг за дружкой. Это какая-то магия. А может быть, просто да. Анна думает, что далеко ходить? Вот, да, а, вот ты. Так. Нет, это хорошо, это хорошо. А вы, вот те, кто не выиграл, расстроились? Конечно. Наверное, да. Конечно. А вы такие, ну не расстраивать, ну еще повезет. Ладно, друзья, мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, потом вернемся и продолжим общение с группой «Винтаж». Я не спал, думал, повезет. Постучи просто в
заново. Не лови меня пока. Мы все равно ранены, мы все равно ранены. Летим, летим под облака. Давай прыгнем заново, давай прыгнем заново. Не лови меня пока. Мы все равно ранены, мы все равно ранены. Группа «Винтаж» у нас в гостях. Валерий Майоров, Кирилл Усаков по-прежнему. И уже вот в полном составе, все четверо. Всем привет еще раз. Еще раз привет. Так, еще раз. Это Женя, это две Насти, это Анечка. Да, красотки. Все красотки. Все красотки в сборе. Рассказывайте, девчонки, которые опоздали. Чего вы опоздали? Наверное, ресницы красили по третьему разу уже. Чтобы вы не представляете, мы встали в 6:30 утра, так, чтобы приехать к вам красивыми. Но новогодние пробки, скажем так, они не дают покоя, и это пришлось немного постоять. Пробки из этих людей, которые такие: «А, черт, я же подарки забыл купить в 6:30 утра». Самое интересное, мне тут недавно посоветовали их метелочкой. Знаете, машины едут, и ты колдуешь, можно сказать, но что-то как-то не помогло. Метелка разгоняла пробки. Нет, есть способ, эта метелка должна быть черно-белого цвета. Да. И у тебя свет... Ах, вот в чем дело. Конечно, конечно. У меня просто была визуализация, я пыталась представить себе это и разгоняла машину, но вот... Мы тут, пока вас не было, Насте отдувались за всех, спрашивали, какие же ощущения у вас были, когда первый раз услышали песню. Какие у вас были ощущения, когда вы первый раз услышали песню? Ну, они были особенные. Это было... для начала, скажем так, это был интерес жуткий, потому что услышали мы ее сразу после кастинга. Только когда объявили результаты, мы ее послушали, нам Леша прислал ее, и нам она сразу понравилась. Да, мне тоже песня с первого раза абсолютно понравилась. Я, можно сказать, моментально в нее влюбилась. Это же здорово, когда нравится материал. Девчонки, вот вы четверо все такие разные. Я так понимаю, что у каждого из вас есть свой так бэкстейдж. Кто из вас хулиганка, кто из вас тихоня? Кто из вас Porsche Spice? Кто из вас совсем плохая девочка? Знаете, у нас в каждой всего-всего. Да, до кучи. И тихонь мы, и... И хулиганки мы, и все, короче. И язык не поворачивается. Но мы при этом все очень разные. Да, мы все очень разные, но это не мешает нам дружить. Давайте о серьезном поговорим. Группа «Винтаж» — серьезный бренд. Чувствуете ли вы ответственность на своих хрупких плечах? Конечно, за нами конечно. Такая история. За нами какая история? А как... Десятилетняя. Десятилетняя история за вами. И какие цели вот на ближайшие 57 лет? Мы очень надеемся, что группа просуществует как минимум еще 10 лет, и что мы сможем стать частью этой истории, потому что действительно это легендарная группа, по нашему мнению, и хотелось бы, чтобы мы также о себе заявили, как и в свое время Леша с Аней. А что изменится с вашим приходом в группе? У нас сейчас есть на самом деле большая возможность делать свою совершенно историю, новую, нового винтажа. Но как бы в рамках вот эдакого. Вот это, сочетать несочетаемое, новый винтаж. Друзья, вот на этой философской ноте мы прервемся. После этого, конечно же, мы вернемся в студию вновь и будем продолжать беседу с группой «Винтаж». Просто тратим время. В этом месте есть весь ты.
тратишь время. Спит и спит, и шаг назад. Знаю все твои ходы. Подвел инстинкт, пора бежать. У меня в прицеле ты. Трать свое время. Ты трать свое время. На меня ты трать все свое время. Быстро, yeah. Прожигает сумму числа, yeah. Но для нее в этом нет смысла, yeah. Она пошлет даже принца на белом коне. Нет, 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 ей не нужен ты. За ней по пятам ходят таких дюжины. Они готовы все слить в тайне от жены, чтобы побыть с ней, но мосты сожжены. Все до копейки на стол, можешь и больше потратить. Сверкая перед ней валютой, ты будь аккуратен. Мимо богатые понты, обкатанные схемы. Ты думаешь, что тратишь деньги, но тратишь время. Она меня опять. Скажи, что будет. Ты просто тратишь время. Тратишь, тратишь время. Ты просто тратишь время. Тратишь, тратишь время. Ты просто тратишь время. Тратишь, тратишь время. Ты просто тратишь время. Смотри. Страна FM. Ну, а мы не тратим время зря. У нас в гостях группа «Винтаж» Валерия Майорова и Кирилл Исаков по-прежнему в студии «Страна FM». Я думал, ты скажешь новый состав группы «Винтаж». Валерия Майорова и Кирилл Исаков. Нет, на самом деле у нас тут четыре красивых девушки, которые продолжают отвечать на наши каверзные вопросы. Привет, привет еще раз. Привет. Девчонки, давайте. Женя так бодро, обрати внимание. Привет. Привет. Да потому что она сова, она же, говорит, еле встала так рано в 10:21. Как можно вообще быть бодрым человеком, скажи? Можно. Можно? Пить кофе надо. Повисла неловкая пауза. Девчонки, расскажите, кем вы были до группы «Винтаж»? Кто чем занимался? Кто о чем мечтал? Давай, начинай. Я училась. Это хорошо. Учебу закончила только летом этого года. А где училась? Во Владивостоке у себя училась. В Приморском государственном университете. Профессия? Фотограф. О, какая прелесть. Фотограф-визажист по профессии, но на самом деле всегда моей душой была музыка. И я писала песни, я этим занималась активно, но все это было вот в рамках интернета, наверное. Мечты сбываются, да? Да, мечтала страшно просто, жила и засыпала постоянно с этой мыслью. Вот так вот. Визуализировала, надо, да. Мысли материальные, ребята. Так, твой ход, Настя. Я вообще с самого детства на сцене, то есть я и в шоу-группе пела всю свою жизнь. Вот. Потом я закончила эстрадно-джазовое отделение в Перми, так как я из Перми. Логично, из Москвы поехала в Пермь учиться. Несколько последних лет я жила в Санкт-Петербурге, работала также певицей, то есть на различных корпоративах, свадьбах, днях рождения, караоке. То есть, ну вот, в принципе, я всю жизнь в музыке, то есть я всегда пела. Шансончик пела? Куда без него? Пригодится тебе скоро этот навык, да. Настя, твой ход? Мой ход, ну, буду по-быстрому, по пальцам прям считать. С 13 лет, на протяжении 6 лет я выступала на корпоративах, свадьбы, праздники. Дальше 3 года я работала менеджером в торговой компании, одновременно подрабатывала курьером. Далее полгода участвовала в проекте «Lullaby Babes». А потом на 5 лет я улетела в Китай, жила, работала там тоже певицей-вокалисткой. И вот по возвращению, да, пошла. А на китайском можешь что-нибудь? Да, я пою на китайском. Ну-ка, давай, интересно.
Друзья, у нас сейчас аудитория телерадиоканала «Страна FM» выросла на 1,5 миллиарда человек. Вот это да! Впервые! Я вот нисколько не преувеличиваю. Впервые в эфире телерадиоканала «Страна FM» поют на китайском. Браво! Да, спасибо. И, Женечка, давай твою историю. Моя мечта с детства была заниматься музыкой, серьезно, стать артистом. Я закончила музыкальную школу, потом училась в эстрадной школе, поступила в университет на отделение эстрадно-джазового вокала. То есть, в принципе, у меня вся жизнь, она с музыкой была связана, и вот, наконец-то, моя мечта осуществилась. Я работаю в очень крутом проекте, и мы счастливы! Ну, я могу, знаете, что сказать? Вы находитесь сейчас, да, в начале своего творческого пути, но уже про каждую можно отдельно книгу написать, как вы шли к этому. Молодцы. А потом через 10 лет будет еще второй том. Друзья, сейчас мы снова прервемся, и потом обратно мы сюда приземлимся в нашу студию и продолжим общение с группой «Винтаж». Слушай, смотри, «Страна FM». Любить несложно, когда проснешься в твоем с помятой, как в детстве кожей, когда с разбега на плечи в небо, когда доволен ты собой, оставляя время. И даже тем, кто в овечьей шкуре, мы не отдали им наши души. И будут шрамы, я не перестану, и в горе, и в радость, остальное штампы. Ты не изменишь ничего, это так, как дышать. Прощать не больно, когда мы стоим всех наших снов, наших историй. В глазах и только друг друга помня, беру с собой его на волю. И даже тем, кто в овечьей шкуре, мы не отдали им наши души. И будут шрамы, я не перестану, и в горе, и в радость, остальное штампы. Ты не изменишь ничего, это так, как дышать. Все к лучшему, никак иначе, друзья, потому что у нас в гостях группа «Винтаж». Здрасте. Здравствуйте. Уже девочки привыкают, что каждый раз на радио здороваются. Это, мне кажется, хорошая привычка. Валерия Майорова, Кирилл Исаков. Мы продолжаем наше утро. И я думаю, что... Есть вопрос? Есть. Да? Задавай. Много вы говорили о том, что отличные отношения в коллективе, что легендарный проект. А как складывается отношение с продюсерами? Ну, помимо того, что они шуткуют, что вы можете к ним переехать, строгие они или вот все-таки так гладят по головке и учат всему с азов? Сейчас будет необычный ответ. Настя, давай. Знаете, у нас такие
теплые отношения. Нет, серьезно. Это правда. Знаете, у нас такие, помогите, какие теплые отношения. Нет, мы просто очень часто отвечаем на этот вопрос. Ну, наш любимый вопрос, да. У нас отношения ребенок-родитель. То есть они как наши мамы с папой. Мама, естественно, у нас построже Аня. То есть она вот занимается нашим внешним видом, нашими танцами, нашим вокалом, нашим, так сказать, общением со зрителем, потому что это тоже немаловажно, этому нужно учиться. А Леша такой любящий папа, которого четыре дочки. Балует. Да. Балует нас, защищает. Покупает что-то. Еду. Песни пишет. Песни пишет. Да, песни пишет. Всегда переживает за нас. Как мы поспали, как мы поели, сколько мы ехали. В общем, дружим, не дружим. Ну, вот как-то вот так, да, вот такие какие-то у нас отношения. Кстати, вот про руководство Анны Плетневой видела, когда у вас была первая фотосессия. Она даже стояла и позы вам показывала, как лучше встать. Было дело, да. А еще вот в той статье, как раз-таки, где разместили это видео, говорят, что кто-то из вас очень засмущался при виде сценического костюма. Не был готов облачиться в столь откровенные полоски. Кто бы это мог быть? Не знаю, не знаю. Да, кто же? Это не про нас. Не про вас? Ну ладно. Нет стеснительных. Да. И правильно. Чего все плохие девчонки. Как поет Иван Дорн, не надо стесняться. А Иван врать не будет. Вот кастинг мы так быстренько прошли, что вы победили. А может быть, ну если при желании, может вспомним каких-то ваших конкурентов, которых вы особенно опасались. Чего им не хватило, чтобы вырваться вперед? Чем вы их обошли? Самое интересное, что все конкуренты, вот они здесь. По сути. То есть ты никого не обошла, получается, так? Дело... Да. Все, тут не было такого, что кто-то другого кого-то обходил, на самом деле. Просто у меня очень большая история за плечами с кастингами. И просто в этот раз все сложилось вот как... Просто карта так легла, скажем так. Мы даже встали все. Да, мы встали все тоже вместе на кастинге. И изначально, когда мы просматривали анкеты, за себя могу сказать, я уже для себя отмечала людей, которые потенциально могли бы стать, да, этими солистками. И, в общем-то, вот все так и как-то сложилось. Ой, Жень, не знаю, что ты рассказываешь. По-моему, нас выбрали просто по размеру под платье. Вот, Плетневой Ани. Страна FM. Голову сносит и еще как. Четыре такие красивые, умные, талантливые девчонки в нашей студии находятся. Это мои слова были. Привет. Я плагиачу потихонечку. Так вот, это новый состав группы «Винтаж». Доброе утро еще раз. И еще раз привет. Привет. И снова здравствуйте. Привет. Валерия Майорова, Кирилл Исаков. И настало время рубрики, которую мы все очень-очень любим. Она называется «Неожиданные дуэты». А звезды ее не всегда очень любят. Да. Мы просто вас предупреждаем. Да. Называется она «Неожиданные дуэты». Сейчас мы поставим вам минусовочку песни, которая звучит в другом жанре. Абсолютно. Вам нужно будет под нее исполнить куплет своей песни. Смотри, как они мужественно слушают тебя. Так что... Не напугать ничем. Итак, дорогие друзья, неожиданные дуэты. Я бы даже сказал неожиданное трио, потому что группа «Винтаж» будет петь вместе с Михаилом Шуфутинским песню Аллы Борисовны Пугачевой. Итак, начинаем. По лепесткам роз. Давайте, и все твои ванильные мечты утонут в море и слез. Что-то вы рано закончили свой куплет. Грустный прям. Утонут из моря и слез. Давайте. И ангелы взлетят, взлетят за тобой. И вот здесь. Из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратить в цветы.
Итак, группа «Винтаж», друзья! Браво! Михаил Шуфутинский и Алла Борисовна Пугачева. Они задача просто была нелегкой. Это была сложная задача, но девочки справились с ней. Да, потом, особенно в куплете, когда они поняли, что нужно петь, они прям сразу хлоп-хлоп-хлоп на голоса. Красиво. Сразу видно, любят творчество, любят российскую классику. А, кстати говоря, кто ваш любимый исполнитель вообще в жизни? Из российских и зарубежных. Да, вообще. Ну, понятно, что группа «Винтаж» — это само собой. А еще? Ну, могу сказать за себя, что у меня очень много любимых исполнителей, потому что я слушаю разную музыку. Угу. Главное, чтобы она была хорошая, качественная. Да, я слушаю все, что мне понравится. Меломан в этом плане. Но с детства я поклонница группы «Би-2». Прям Би-2. Страшная. Ого, рокерша такая. А ваш ход, Настя? Ну, у меня есть мои самые такие. Это Мирей Матьё, Милен Фармер, Сандра. И кто-то из китайских исполнителей? Нет, из китайских нет. Майли Сайрус также нравится. Ну, конечно, там по меньшей части какие-то там тоже другие. И чуть-чуть Рамштайна. У меня тоже много, на самом деле, любимых исполнителей. Ну, могу сказать, Джесси Джей, Алиша Кис, Сия, Монатик из русских. Вот, Монатик. Лобода мне нравится. Прекрасный выбор, видите, какие разношерстные. А Лена Темникова нравится? Нравится, конечно. Нравится. Понятно. Итак, ты друзья, так просто спросила. Очень разношерстные предпочтения музыкальные у девушек. Сейчас мы снова прервемся, но обещаем совсем скоро вернуться. Группа «Винтаж» у нас в гостях. Фотосессия группы «Винтаж» на фоне новогодних елочек. Девчонки, как вам студия-то наша? Расскажите. Классная, очень яркая такая, да. Уютная. Хороводы хочется водить? Обязательно. По потолку, учитывая, что у нас елки висят вниз головами, друзья. Это для тех информации, кто слушает нас, а не смотрит. Да, кстати, вот вы как творческие личности, как артистки, снегурками работали хоть раз? Да, знаете, я вот когда занималась в шоу-группе В шоу-группе. Я несколько лет подряд елки работала, там по 3-4 елки в день.
Снегуркой, и у елки с детьми, и на сцене, в спектакле. Что-нибудь у меня, да, такие. А вот говорят, что все-таки Снегурочка — это мечта любого мужчины. Как мужчины реагировали на тебя в костюме Снегурочки? Не знаю, у меня, знаете, была такая ситуация. Я, значит, с детьми там плясала у елки, все хорошо, а я темненькая. Вот, и ко мне подошел папа ребенка и спрашивает меня: «Скажите, а что за персонаж-то вообще?» Я немножко как бы не узнала время, да? Понимаете, просто я Снегурочка, но у меня папа из Армении, поэтому так получилось. Кстати говоря, я тоже работал не Снегурочкой, Дедом Морозом один раз. Вот, это было в школе, работа, это было тяжело назвать, мы не выучили слова, и в какой-то момент у нас с Кощеем случилась истерика, потому что мы оба поняли, что не знаем стихотворения. Давайте, знаете, к чему мы перейдем? Мы поговорили в начале о песне вашей, а пока клипа нет. И ходят слухи, что уже вот-вот, скоро-скоро должен он появиться. Коротко, что же там будет? Приоткройте завесу тайны, дайте нам туда заглянуть. Будет новогоднее волшебство. Ну, будет сказка. Кстати. Будет очень красиво. Очень красиво, правда. Для нас это тоже сюрприз, так как мы участвовали только в съемках, и что там до конца подразумевалось, знал только режиссер. Вот. Мы вот прям ждем уже. Вот скоро-скоро. Вы так приоткрыли, но не приоткрыли. А долго съемки были? Хорошо, давайте вот так вопрос задам. Сутки снимали. Да. Ну, в общем, друзья. Ох. Да. Интрига. Ждем, не дождемся, девчонки. Обязательно приходите еще, чтобы поговорить о клипе. Ну а пока у вас есть быстренько возможность обратиться к своим новым поклонникам. Ну, поздравить с Новым годом, например. Друзья, мы поздравляем вас. Очень хотим, чтобы вы нас слушали, чтобы вы нас приняли наконец, потому что все-таки есть еще недоброжелатели, скажем Хватит так. Хватит уже кидаться нас помидорами. В общем, друзья, принимайте новую группу «Винтаж». Мы хотим пожелать, чтобы все верили в чудо и чтобы загадывали желания, они обязательно исполнятся. Спасибо вам большое. Вот так вот взял тут, разломал полстудии. У нас в гостях была группа «Винтаж». Ну а с вами эти 4 часа были Валерия Майорова и Кирилл Исаков. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока, счастливо.